Шалом. Мы помним, в советский период была очень популярная песня о соколе, где Горький просто выводит такую пословицу. Рожденный ползать, летать не может. Для многих людей это принцип жизни. Для многих людей это подача разных людей. Вот на блюдечке они видят, что такой человек уже не может как-то перестроиться и так далее. Мы сами про себя говорим, рожденный ползать, летать не может. Тора дает альтернативу этой пословице и говорит, рожденный ползать может летать. На примере гусеницы, которая превращается в бабочку. Человек в течение жизни, он может быть похож на гусеницу, он ползает, он не такой хороший пример из насекомых. И вот в какой-то момент мы начинаем порхать. Мы понимаем, что есть состояние бабочки. Бабочка, которая летает, она радует всех взмахом легким своих крыльев, своими цветами уникальными, которые подарил ей Бог. И вот это состояние перерождения называется чува. Чува – возвращение к истокам, приближение к Богу. Это момент, который в какой-то период жизни человека все равно проснется. Потому что не может человек умереть, как червь. Он должен порхать, как бабочка, победить смерть и взлететь над этим миром. Ибо вот этим полетом, вот этим перерождением, он дает пример поколениям, которые он оставляет после себя. Не оставайтесь червями. Поднимайтесь ввысь. Шалом, шалом.